И в заключение я хочу наградить одного нашего автора, который приехал издалека, члена нашей команды, члена моей организации, замечательного детского писателя, вот как коллеги сегодня говорили, все-таки детские сказки нужны, и замечательный проект «Калины Красной», мы тоже будем в нем принимать участие. И я хочу поздравить со званием финалиста Ладу Шалахманову в номинации «Писатель года». Буквально минута, чтобы сказать спасибо большое. Большое спасибо Интернациональному союзу писателей за такую большую награду и выделение моих сказок на таком уровне. Я пожелаю на самом деле жизнь литературе, и причем вот полностью согласна с Сережей, то, что мы, писатели, должны сейчас носить новый дух и больше всего говорить о добре, и немножко вот именно больше всего в этом ракурсе. И вот то, что до нас было, как бы, чтобы ушло немножко в сторону и пошло дальше в светлое будущее. Тепло, добро и любовь. То, что на самом деле делали классики задолго до нас. Я поддерживаю всех наших писателей, нынешних современников, как бы встаю вместе с ними в один ряд и говорю, давайте действительно стать будем шахтерами, работать над своими произведениями, делать их гораздо лучше, понятнее для детей, чтобы дети были тоже добрее, чище и творили дальше уже свое будущее. Большое спасибо. А Интернациональный союз писателей вам будет в этом помогать. Спасибо большое. С вами была Галина Березина, Интернациональный союз писателей, наши авторы. Спасибо.